За последние несколько суток выпала почти месячная норма осадков. К сожалению, водители не учитывают погодные условия. Ежедневно госавтоинспекторы регистрируют минимум по 7 дорожно-транспортных происшествий. До 7 декабря обходилось без пострадавших. В четверг примерно в 4 часа дня на 91-м километре трассы Дюртюли-Нефтекам столкнулись два легковых автомобиля. Одна из пассажирок получила серьезные травмы. Чтобы извлечь ее из искореженного автомобиля, потребовалось вмешательство спасателей. Водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2110, не справился с управлением, не учел погодные условия, в результате чего выехал на полосу встречного движения, в результате которого произошло столкновение с автомашиной «Дэу Матиз». Пассажирка автомашины ВАЗ-2110 серьезно пострадала. В данный момент она госпитализирована в Центральную городскую больницу. По данному факту ДТП проводится административное расследование. Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения, чтобы учитывали погодные условия, скорость движения не превышали.